Гаджет, вместе с ними гаджетины. Вперед, гаджет, инспектор, гаджет, гаджет. Гаджет и гаджетины. Коллекция доктора Кло. Да, генерал. Несколько военных баз по всему миру доложили о кражах секретных машин и самолетов. Внимательно прочитайте доклад наших агентов в Пармании. Трудно сказать, создает ли доктор Кло свою собственную армию, или машины понадобились для его коллекции, но его нужно остановить. И должен заняться этим наш лучший сотрудник. Я готов к выполнению задания, генерал. Нет, не вы. Но, генерал, я лучший из лучших. У меня есть квалификация. Нет, нет, нет. Это работа для лейтенанта Гаджета. Гаджета? О. Сообщите ему. До свидания, НАТО. Вы хотели меня видеть, полковник Нозер? Жарко, не так ли, сэр? Но не волнуйтесь, я уже здесь. Вентилятор гаджета! Я довольна, гаджеты! Меня зовут Нозер! Да, полковник Нозер. Дай, но... Сломанный прибор. Хотите, чтобы я взглянул? Нет, нет, не трогайте. Не беспокойтесь, я все починю. Инструменты гаджета за дело! Как новенький! Все работает! А? Я готов к выполнению задания, сэр! Ограблены несколько военных баз по всему миру. Исчезли боевые машины. Очень ценные самолеты. Подозревается доктор Кло. Понятно. И вы хотите, чтобы я защитил эту базу? Конечно. Нет проблем, сэр. Не эту базу. Эту базу защищаю я сам. Вы должны отправиться в джунгли Пармании, механический болван. В джунгли Пармании? Это же природный рай. С превеликим удовольствием, сэр. А пока я здесь, не хотите ли, чтобы я нашел ваши антикварные аэропланы, сэр? Нет. Никто не смеет прикасаться к этим бесценным самолетам. Моя система безопасности гарантирует их сохранность. Вот так. Они исчезли. Мои самолеты. Это невыносимо. Гаджет, ваше второе задание — найти мои самолеты. Вы меня слышите, Гаджет? Но выполнять! Не беспокойтесь, сэр. Лейтенант Гаджет взялся за дело. Полковник, я найду ваши самолеты и верну их вам живыми или мертвыми. Надо доложить генералу. Не могу поверить, что он починил это. Джунгли Пармании. Гиджет, Фиджет. Да. Хватит играть, ребята. Вы направляетесь в джунгли Пармании. Алло. Очнитесь. Дядя Гаджет будет дома с минуты на минуту. Ты опять хватал куски между едой, Фиджет. Как только вы найдете украденные машины, вы должны будете поместить на них эти магнитные чипы, чтобы я смогла контролировать их отсюда. Понятно? Желаю удачи, Дядя Гаджет! Спасибо, Пенни! Лягте на самолет Гаджета!
могут бояться, роботы не могут бояться. Тогда почему у меня мурашки? У роботов не бывает мурашек. Надо закрепить болты. Рядовой Диджит, сверьте системой навигации и сообщите мне о нашем местоположении. Согласно данным навигационной системы, мы вот-вот приземлимся. Перед моими глазами проносится вся моя жизнь. У нас нет жизни! Достать шпадель гаджета! Еще одно идеальное приземление. Я уверен, что полковник Нозер заказал для нас номер в отличном отеле. Стоять, не двигаться. Слава богу! Приятно видеть, что служба безопасности отеля работает исправно. Наш багаж сзади, ребята. Вы очень любезны, что решили донести нас, но мы могли бы и сами дойти до отеля. Пусть это будет уроком для нас. Щедрые чаевые еще никому не вредили. Полковник Нозер на этот раз превзошел сам себя. Я всего лишь починил его телефон, а он поместил меня в пятизвездочный отель. Да и вся эта поездка просто награда. Мы схватили гаджет и его команду. Поместили его в старую тюрьму, как вы приказали, сэр. Хорошо, действуйте по плану. Слушаюсь, доктор Кло. Избавьтесь от него. Привет, Пенни. Мы в грязной тюрьме. Вот мы где. Послушайте, я изучила карту джунглей Пармании. Есть единственное место, достаточно большое для того, чтобы доктор Кло мог спрятать украденные машины. Оно вверх по реке Лос-Марблос. Где дядя Гаджет? Эти спа-процедуры, должно быть, стоили полковнику кучу денег. Простите! Как долго я должен лежать в этом травяном обертывании? Не останавливайтесь! Включи свой прожектор, простофиля. Я не вижу, где копаю. Ой! Теперь я выгляжу потрясающе. Стойте! Если мои датчики не лгут, дядя Гаджет должен быть в камере прямо над вами. Привет, ребята! Вы вовремя. Думаю, мне пора снимать эти бинты. Одна вещь не дает мне покоя с момента нашего прибытия сюда. Оружие, грязь, зловоние, мучения. Нет. Мне кажется, что это не пятизвездочный отель. Ой, я в шоке. Да, я тоже. Думаю, здесь 4 звезды. Но это не важно, так как нам пора приступать к выполнению нашей миссии. Мачете гаджета за работу! Путеводитель гаджета! Обожаю дикую природу, ее флору и фауну, джунгли Пармании в их лучшем виде. Мне страшно подумать об их худшем виде. Я собирался чесаться только завтра. Мы не можем чесаться, у нас нет кожи. В путеводителе сказано, здесь должна быть река. И гаджет-мобиль. Далеко же от отеля парковщики поставили их. Диджит, что говорит навигационная система? Куда нам идти? Она говорит вниз по реке, сэр. Отлично! Пенни сказала, что мы должны идти вверх по реке. Ой, смотрите. Эта штука называется реверсивная психология. Гаджет сбежал. Приказываю всем агентам уничтожить гаджета немедленно. Mm.
весело. Очень. Подводные мины. Смотри, куда ставишь свои лыжи. Мы умрем. Мы не можем умереть. Мы роботы. Я что-то услышал. Странно. В моем путеводителе ничего не сказано, что здесь водится особенный вид дятлов. Скорее, ребята! Нет времени на купание. Мы должны выполнить свою миссию. Время принимать солнечные ванны. Соберитесь и за дело. Ребята, что у вас происходит? Я не могу связаться с вами. Судя по моей карте, вы должны быть уже близко. Да. Вот только есть одна проблема. Мы потеряли некоторые части своих тел. Не волнуйтесь. Я активирую вашу систему самовосстановления. Ага. Похоже, я вижу вражеского агента, замаскировавшегося под парманианскую дикую собаку. Мы прошли снайперов, прошли подводные мины. Надеюсь, нам больше ничего не угрожает. Уверен, он ведет нас прямо к украденным машинам. Как насчет обычных мин? А? Этого не случится. Никогда. Может быть, полетим по воздуху? Согласен. Эти вражеские агенты пронырливые ребята. Этот убежал, но ненадолго. Хорошая работа, друзья. Вы меня опередили. Вперед. Может быть, мы повстречаем кого-то из местных обитателей, кто поможет нам найти украденные машины. Хорошая идея, Фиджет. Попробуй найти того вражеского агента, пока ты там. Вы только посмотрите. Вымирающий вид тигров. Я всегда любил кошек. Заметил что-нибудь, Фиджет? Нет, ничего необычного, лейтенант. Нужно позвонить Пенни. Думаю, мы должны проверить лодку, сэр. Отличная инициатива, рядовой. Никогда не знаешь, что какой-нибудь злой гений может сделать с лодкой. 200 самолетов, 600 танков, самоходное орудие и пусковые установки. Я должен подобраться поближе. Пенни, мы нашли их. Отлично. Действуйте быстрее, пока доктор Кло не нашел дядю Гаджета. Вертолеты Гаджетина. Гаджет, из этой последней ловушки тебе не выбраться. Теперь, не привлекая внимания, поставьте контрольный чип на самолеты. Дом.
быть, этот местный житель даст мне какую-то полезную информацию. А? Вы должны действовать быстро. Дяде Гаджету может грозить опасность. Пошел, пошел! Прочь, животные! Теперь вы должны разделиться, чтобы успеть установить чипы на все машины. Диджит, ты берешь первые 10 рядов, Диджит, ты остальные. Либо этот местный житель устроил вечеринку и разрешил гостям припарковаться на своей лужайке, либо это украденные машины. Мне повезло, никого нет дома. Гаджет, я тебя уничтожу. Отлично! Осталось еще немного. Молодец, Диджит! Диджит, как дела у тебя? Диджит? Пусть босс сам решает, что делать с этим клоуном. Диджит! Диджита схватили! Не волнуйся, Пенни. Дай мне его координаты. Диджит, они не должны схватить тебя. Ты наш последний шанс. Я понял. Лопаты гаджетина. Прямо? Прямо? Налево! О, ты когда-нибудь отстанешь от меня? Ты почти дошел. Есть! Слушай, что там? Не знаю, что суслики откапывают роботы. Есть! Фиджик, ты молодец! Быстрее, установи оставшиеся чипы. Ай! Все оружие только что было активировано! И нацелено на дядю Гаджета! Дорогой сосед, будь осторожен. Кто-то украл военные машины. Думаю, вор живет где-то поблизости, потому что он оставил все машины на твоем дворе. Начать отсчет уничтожения гаджета. Все орудия нацелены на гаджета и произведут залп через 5 секунд. У вас есть 5 секунд, ребята. Все. Ну же. А? Приятного путешествия, гаджет счастливого. Нет, стой. Одна секунда. А? Проигнорируйте предыдущую записку. Лейтенант Гаджет. Мы победили! Ура! Хорошая работа! Задание выполнено! Ужасно это говорить, но вы с нами справились, гаджет. Вы ухитрились заслужить похвалу от генерала, получили медаль за отвагу от французов, телевизор с плоским экраном от японцев, набор для гольфа от шотландцев и мятные постилки от канадцев. Благодарю вас, сэр. Мятную постилку? Нет! Я не могу поверить, что вы вернули все военные машины, кроме двух моих антикварных самолетов. Сэр, я знаю, как сильно вы любили эти самолеты. Я не хотел отсылать их с остальными машинами. О, и как же вы собираетесь вернуть их? Я доверил их доставку своим лучшим друзьям, сэр. Соратникам, которых тренировал сам. А? Гаджетинам? Да, сэр. А? А?
Да как? Можете не благодарить меня, полковник. Это меньше, что я мог сделать для вас. О, нет! Нет, 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 нет! Ты, нет! Жан Шалапин. Композитор Жан-Мишель Жуйро. Продюсер и режиссер Бруно Бьянки.